капе. Бред! Ловлю в покебол, ловлю в покебол. Идет о нем, я ловлю в покебол. Ловлю в покебол, ловлю в покебол. Эти чувства и эмоции ловлю в покебол. Идет о нем, я ловлю в покебол. Эти чувства и эмоции ловлю в покебол. У меня камера, слышишь? У меня, у негра. Привет, братва! Сегодня вас ждет видос с суперинтересным видом спорта, которого, я думаю, в жизни вообще не существует. А именно это футбол на мотоциклах. И, конечно же, там будет один из ваших любимых персонажей. Так что досматривайте до конца, вам понравится. Но прежде чем мы начнем, я хочу вам порекомендовать реально крутой сервис PlayKey. Я в свое время об этом только мечтал, ведь за счет его можно играть абсолютно в любые игры на любом, хоть даже самом слабом компьютере. Дело в том, что игра будет запускаться на облачном сервисе, а вы сможете управлять ей в реальном времени. Ссылка будет в описании, так что переходите и играйте во что хотите, без скачиваний и без лагов. Это ведь просто офигенно. А я вам желаю приятного просмотра, готовьте чайоку и погнали. Йоу, май нига! Йоу! What's up, man? Че, как дела? Нормально, нормально. Че, как тебя узнают уже на улице? Да, меня даже узнают за деревом, представляешь? За деревом? Даже прячусь, они там меня находят. Колян, Диман, это он, Колян, это он, с Димой Гордеем, ребят, ребят. Окучили меня просто, их так вот, толпа просто, пиздец, тому дай привет, этому. А фоткаются, фоткаются? Фоткаются, да постоянно фоткаются. А скоро еще Анда будет музыкантом, он будет читать рэп, и тогда все, твоя карьера залетит в небеса просто. Именно. Жди меня. On the TV, bitch. Че, Анду, покажи, как садится настоящий нигер. Такси. А че мне дверь-то не открывают? Не Снежки знаю. Вообще офигели, вообще. Снежки. Open this door, bitch. Let's go. So like Holatz, I'm spilling these rats. Long as you feel them till the day that I drop. You'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sending them. Women are caught in web, spin them in hawk venom. Adrenaline shots of penicillin could not. Че, ты знаешь, куда идти? Наверное, туда идти. Войтов нам нас позвал, он говорит, что будем на мотоциклах ездить. Ну где, если не представляю вообще. Короче, сейчас будем играть в мотобол, едем одеваться, как настоящие нигеры на пикапе. Бре! Цени это дерьмо, нега! Бре! Никогда не ездил на пикапе. Чувствуешь себя негром? Да, чувак. Вот так мы ездим порой. Зашли в раздевалку чемпионов. Смотрите, сколько кубков. Да-да-да. Все наоборот. Все наоборот. Black note. И белая ручка, братья. Серьезно? Да. Черная. Покажи, покажи. Да-да-да. Серьезно. Смотри, смотри. Напиши да. Что-нибудь, напиши. Итак, короче, мы приоделись. У меня просто куча всякой защиты. Здесь подошва у кет. А что, от покрышки, да, по-моему? От покрышка, да. Просто да, покрышка резина, от тачки. Сейчас я покажу. О! Вот просто. Это, по-моему, континенталь. Реально. А может, Бринчтон? Бринчтон? Бринчтон. Не, у меня еще такие старые, но парни там вообще адские. Вообще максимально. Просто невозможно, смотрите, очень тяжелые. Плюс куча щитков, там колено, голень такая еще. Давай, девочка. Так, где мой ствол? Где мой ствол? Ты что такие вещи говоришь? Крейзи, крейзи мэн. О, фига такие мечи здоровые. Смотри, сколько у них, короче, специальных мотиков. Это на самом деле лучшая, получается, европейская команда в мире. Ну, в Европе, да? В Европе, да. Как на... Металлург называется. Металлург, не знаю. Недавно, кстати, ездили на чемпионат Европы, да, с кем? С Францией играли. В финале Францию сделали. В финале Францию сделали. И я сегодня попробую. Я, честно, этого сам не знал. Меня Паша просто позвал Анду. Вот, и попробуем погонять. Может, уже в баскет на мотиках? Зачем? Моя школа, моя школа. А вратарь в защите тоже стоит, да? Да. Я просто себе представляю силу удара. То есть чувак едет на мотике, на ходах, и еще бьет, да, с пыра. Ну ты сейчас попробуешь. Что-то он жесткий. Жесткий. А что он такой жесткий? Мотик этот, короче, 250 кубов, и он супер жесткий. Просто, вообще, как будто вообще подъезд. Нет, смотрите.
Сейчас бы мужчина, короче, владеть мячом. Ты что, еще в часах играл? Да. А что, отломили? А, я пал. Ниги сломали, часы. Пропылесосить нужно, понимаете? Вы не хотите пропылесосить? Я дам. Короче, на самом деле, это песок специально для того, чтобы разворачивались, да? А как вы определяете, сколько песка нужно, откуда он берется? Рассыпаете как-то его? Да, периодически. Бывает много, очень скользко, тогда неинтересно. Мотоцикл скользит. Скользит, да? Скорости нет, динамики нет. Короче, песок еще нужен для того, чтобы мяч скользил. Да. Я вообще о таком виде спорта не знал даже, ну, что... теперь будет все знать. Что можно играть на мотоциклах в футбол. Реально, следующий уровень — это баскет. И здесь все сделано для того, чтобы мяч никуда не попал, да, ну, в лишний. Mm-hmm. Чтобы он не цеплялся и не горел, короче, на двигателе этот. О, даже чтобы тормоз, не цепанул. Диск, да. Здесь. Это все вы кастом, да, сами перевариваете? Да, это максимальный кастом. Бич! Сколько занимает по времени вот пристроить бисмут? Ну, что, если есть все составляющие? Недели две. Нет. Две недели? Ловлю в покебол, ловлю в покебол. День идет за днем, я ловлю в покебол. Ловлю в покебол, ловлю в покебол. День идет за днем, я ловлю в покебол. Эти чувства и эмоции ловлю в покебол. В моем бокале лед, сотрясаем пол. На столе танцует покемон, гоу-гоу. Малышки сверкают, как молнии в небе. Кричат пика-пика, ведь я по тьме. Герани молятся на эту ночь, словно Дездемона. Но им нечего ловить на ней, кроме покемонов. Напитки прыжат прям на потолка. Кикер вынимаю, байк тут же запускаю, с полным газом вылетаю в броск.
чувак. По волнам едем жестко, скрэп, скрэп, хлестко. Только полный газ, нига, полный газ. Это как экстаз, уменьшить мне раз. Голова идет кругом, по Москве мы не кружим. И пайкраша наш дом, мы тут ночью идем. Я думаю, что... Может, ты, Снежочек, встанешь на ворота, а то я постоял уже, как бы, но вот, отбил все свои черные руки. Давай, Снежок, теперь ты на ворота. Мой черед? Да, и камеру мне давай. Камера, давай. Пошел, давай. Ник, камера у меня камера, слышишь? У негра. Может, оттуда? Отбил! Постоянно отбивать удары очень тяжело. На самом деле на воротах мне понравилось стоять больше всего. Yeah. Че там затираешься? Я, ну там всякую, знаешь, негритятину. Негритятину? О, да, для своих негров негритятину, вот. Ну, чтоб они бы не понимали. Сейчас они меня ничего не понимают. Белый язык. Хочется выразить большую благодарность команде Металлург за то, что они предоставили форму, дали мне мотик, вообще организовали всю эту движуху. Чисто ради меня, короче, показали мне, что это такое, чтобы я показал вам. И также еще спасибо школе Мотомик. Сюда можно приехать заниматься до 5 лет. Вот, и просто кататься на мотике, а с 10 лет можно уже играть в футбик, да? Да. И ограничений, причем, в этом спорте нет. Вот, ссылку, кстати, оставлю в описании, можете переходить и приходить заниматься. Город Видное, да, здесь? Да, город Видное. Все, спасибо вам. Спасибо. Эй, снежки! Видите этот лютый стайл? Видите этот лютый стайл? Видите этот стайл? А этот стайл, видите? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нига, теперь Нига уезжает. Нига уезжает. Уезжает красиво. На этом байке. Очень красиво. Уезжает красиво. Очень красиво.